Ку-ку, мон амигос! Сегодня с вами Вакот, и мы все еще продолжаем играть в Fallout 4. Не беси меня, не беси меня. Так, мы остановились в прошлой серии именно на этом моменте. Правда, немножко сейчас опять глючит. Сколько можно глючить? Уже устал от тебя. Так, расшифровка чипа охотника. Очень сложная процедура, последствия. К счастью, у нас есть нужные специалисты. Том. Где он? А, здесь. Он похож на ученого. Да пофиг. Fine. It's yours. All right. Tom, make it happen. All right, little Corsair. Let's have the circuit analyzer take a crack at you. Чё ж ты сейчас добазаришься, пердун усатый? Ну. We're in. Chip accessed. Just poke the analog connectors a little. Так быстро? What? Oh man, don't crash. Hold it together. Memory hiccup. Here it comes. Encryption algorithms. All right, we're still running. Oh man, they've added more decimals to the last cipher. This is gonna be. Come on, baby. Show me that pattern. Where is it? Wait. They're using the same logarithmic function as the key generator. Oh man, we got lucky. I got you, you institute bastard. I got you. Software in. Come on. Show me that sign base. Okay, бедненький пытается. Yeah, we got it. We got the code. Let me load that onto the holotape for ya. Good work, Tom. Hey, yeah, but I'm not sure our luck will hold up next time, Des. Start working on the rest of the chip. And you. I'd love to work with you more. Let me know if you're interested. But to be crystal clear, if you use that data and discover anything involving the Institute, you share it with us first. Otherwise, our relationship will be in jeopardy. There's more going on than you know. Trust me. И что мне с этого? Что вы сделали? Что? Кто-нибудь не может объяснить, что мне теперь делать? Понял. Ололожи отсюда. Только зря ходил. Джигурду мне под ребро. Что за хрень? Смотри, не наливайся. Слышь, я вас всех переложу. И даже тебя, баба с пулеметом. Тоже мне. Вы ебонов больше, чем... Просто больше, чем... Так. Теперь нам опять уходить. То приди, то уйди, то потанцуй, то сделай это, то... Все мое командует. Я не тряпка. Я не тряпка. Мой компьютер тряпка, я нет. Вот, выход здесь. Точнюлечки. Ну что, погнали. Хочу себе пистолет с глушителем. Все-таки это тема. Или винтовку с глушителем. Нужно бы... качнуть уровень. Местные легенды гласят, что институт был сформирован из остатков технологического института Содружества, хотя последний был разрушен более 200 лет назад. Ну, это, в принципе, неудивительно. Что это долго загружается? Сколько можно? Ёпти, как ты долго выходишь? Представляете, если бы вам, чтобы выйти из двери, нужно было каждый раз так погружаться. Это же не жизнь, а боль уже. Так, и куда нас отправляет судьба? Ага, блин, там мне нужно одеть этот костюм свой. Потому что там же все-таки радиация. Нас быстренько угрохает. Ну, а я, в принципе, еще бы хотел пожить немножко, что ли. Ну, знаете, там... плюс-минус. Пару тридцатников лет. Так, вот. Наш милый дом. Home sweet home. Кстати, я вам, наверное, не показывал, но вот мой дом уже немножко поменялся. Кстати, ко всему прочему, что поменялся... О, подождите, давайте мы сейчас пошуркану еще
сбросим хлам и оденем супер-мега удивительную броню. Кстати, видите эту руку? Это рука NX01. Да, я ее нашел на военной базе, но она шикарна. Наверное, не знаю, я еще не особо пробовал. Блин, да не залазь. Нет, не залазь. Не залазь. Ага, тупина. Теперь вылазь тогда. Ух ты, сколько металла. Хочешь потрогать? Хочешь потрогать, женщина? Ладно. Правая рука. Давайте попробуем хотя бы улучшить эту правую руку. Ее можно улучшить, не бояться. Ну, нужен уже третий уровень или четвертый. Слушай, а сколько нам... Ладно, уже не важно. Давайте до четвертого улучшим. Теперь у нас будет супер-мега-крутая рука. Ржавый кастет. Атаки без оружия вызывают кровотечение. Увеличение урона в бою без оружия. Это мне точно не нужно. Мощность атаки расходуем меньше ОД. И добавление электрического урона к атакам без оружия. Да что ты прикалываешься? Нафига мне твои атаки без оружия? Значит, вот это, наверное, поставим. Материал. Хорошо, материал. Так. Кронирующее покрытие X01 повышает сопротивление энергии. Тепловый заряд, опять-таки энергия. Какая разница? Тут на... Ага. На 30, 200. Слушайте, явно тут лучше, не? Тут аж 210. Не, ну, призматический щит, так призматический щит. Давайте. Там отмена. Давайте попробуем, может, что-то еще добавится, например, на... Даже не знаю, давайте на башню, что ли, попробуем что-нибудь нацепить. Где-то у меня башка. Башка. Модель Б. Ловкость. Сопротивление радиации. Давайте свинцовую обшивку поставим. Блин, он вообще не перекрашивается. Потому что он будет как-нибудь покраситься. Ну, ладно. Такова судьба, что вам скажу. Садимся. Слушай, может, Пайпер тоже что-нибудь одеть? А то она как-то... Умрет, что ли? А хотя, я же забыл, что мне все равно. Так, давайте. Переместиться в выбранную точку. Давай. Итак, мы оказались... Твою мать. То ли он немножко тупой. Слушайте, вы тоже хотите убить когтя смерти? Вот у меня почему-то спонтанно дикое желание его убить. Интересно, могу кинуть в него шашку этого? Нет, нигде ж рядом нету. Или есть? Нету. Или все-таки есть? Если давайте попробуем хоть какие-то новые импульсные гранаты, 150 урон. Ну, конечно, это лучше будет. И дробовик мне вряд ли подойдет. Давайте лучше прототип. Ну и плохой знак. Плохой же это знак. Слушайте. Почему-то мне так кажется. Ну,
серьезно, я что-то думаю, что будет жестче. Хотя ХП у меня осталось мало. Мясо когтя смерти, лапа когтя смерти и всякая хрень когтя смерти. Ну давайте тогда помощь. Используем помощь. Вес. Ну да, цена давайте. Мясо. Стейки зарода скорпиона. Вот это хорошая штука. Вот, ну что ж, заходим. Турельки, турельки. Ну шо, пацан? Sure, не думаю, что снова тебя увижу. У тебя все получилось? Код у меня. Да, видимо, это следовало ожидать. В конце концов, тебе удалось справиться с Келлогом. Уже охотник это после такого уничтожить расплюнуть. Как тебе удалось его расшифровать? Земка. Тебе помогли эти психи? Я то думаю, что они заняты, освобождают торговые автоматы или спасают компьютерные терминалы. Прости, дело в том, что многие они слышат. И тут тоже сделал без дела. Сделал все, что смог. Что вспомнил, что-то в свое время прослушал в чужих разговорах. Приготовил для тебя кое-какие чертежи. Этими руками это было сделать нелегко. Мелкая моторика ни к черту. Вот после объяснения. Тебе нужно собрать устройство, перехватывающее луч, с помощью которого институт телепортирует охотников, а затем телепортироваться по нему самостоятельно. Знаешь, в чем самое безумие? Та станция классической музыки передаст финал телепорта. Все данные по гармоническим частотам тебе в этом уже приходилось слушать. Важно понимать, что это не моя область. Я был в бионухе, а это не в инженерии. И не в высших системах. Блин, чувак, молодец, помог нам. Думаю, это сработает. Хотя гарантии дать не могу. Но если ты сможешь собрать это устройство и использовать код, то оно должно будет перебить сигнал института. Сможешь, в смысле, собрать сможешь? У тебя есть помощники на примете? В одиночку тут не справится даже тебе. Да, 100%, конечно, это поселение помощников. Не забудь о нашем уговоре, я тебе всем, чем мог. Если у тебя получится проникнуть внутрь, найди сыворотку. Это мой единственный шанс опять стать нормальным. Найди ее. А теперь иди, бери чертежи и за работу. Собери устройство, ну, что бы это ни стало. Если потребуется, зови на помощь всех своих знакомых. Блин, ну спасибо, чувак. Так, теперь нам какие-то дополнительные задания дали. Давайте мы их посмотрим, чтобы ничего лишнего не пропустить. Так, не обязательно поговорить с подземкой. Поговорить с миндменами. Поговорить с братством. Подземка, минтменами или братством? Я думаю, минтмены, они вроде самые нормальные. Потому что братство стали какое-то мутное сейчас, на самом деле. Не знаю почему. Они какие-то, ну, что-то мутят они. Явно что-то мутят. Да уйдем, расслабься. Девчонка, ёпта. Ну что ж, давайте, минтмены так минтмены. Подземки вообще какие-то странные. А вот минтмен единственный, кто пока что мне полностью устраивает. Вот скоро новый уровень. Отлично. Старый добрый этот. Че ты стоишь на диване? Ты что, больная или что? Встала на диван, поймите. Женщины. Перехватчик сигнала. У меня есть чертежи, перехватчик сигнала, который позволит мне попасть в институт. Институт? А зачем тебе вообще лезть в ним? Какая разница? Они похитили моего сына. Черт возьми, это чересчур, даже для них. Не волнуйся, мы поможем тебе всем, чем сможем. Допустим, ты соберешь это устройство, но для чего оно?
Телепортация. Вместо обычных дверей институт использует телепортацию. Эта машина перехватит их сигналы, вместо их человека отправит меня. Телепортация? Серьезно? Ух ты, теперь понятно, как институт скрывался от нас все эти время. Выключай как-нибудь. Если кто-то способен разобраться в этом чертежах, это Стурджес. Не был еще так... Где Стурджес? А, стоп, я же его отправил. Он у меня в этом... В замке. Да, Стурджес здесь. Так. Где там наш Стурджес? Хуюрджес. Престон сказал, что ты мог мне помочь разобраться с этими чертежами. Конечно, давай их сюда. Держи. Ого, вот это каракули. Похоже на зашифрованные радиопередачи. Так, значит, тут у нас маршрутизация. Какого черта? Телепортация? Безумие какое-то. Вы уверены, что это настоящие чертежи? Да. Got it from an ex-institute scientist. Seriously? Серьезно? I didn't know you could be an ex-institute anything and still be breathing. Anyway, the eggheads never think about the nuts and bolts of actually making something work. Чтобы инженеры смогли починить их каракули. Ну, здесь все читаемо. Да. Мне нужно время на изучение чертежа. Это почерк не так-то просто разобрать. Вы можете собрать что-то, он назвал стабилизированной платформой отражения. Для этого потребуется металл высшего сорта, но технического не сложно, чем сделать обшивку для реактивного двигателя или что-то похожее. Круто, рано мне благодарить. Я уловил общую суть, но мне потребуется время, чтобы разобраться со всеми деталями. Вот список того, что вам понадобится для платформы. Уверен, все необходимое найдется в Sanctuary, если ты решите собрать его там. А пока занимайтесь платформой, я постараюсь разобраться, как собрать все остальное. Учите, что электричество — эта штука живет очень много. Но если у вас вдруг завалялся небольшой ядерный реактор, он бы как раз подошел. И устройство выйдет немаленькое, так что найдете большую открытую площадку с возможностью подвести кабеля. Слушайте, нашел уже. Ладно, смотрим, что нам нужно. Информация. Построить платформу. Отражатель. Так, так. В. Особое. Стабилизированная платформа отражатель. Можем попробовать наверху построить, чтобы особо не мучиться. Ну, чтобы не засырать внутреннее пространство этого домика. Вот как по мне идеальное место, не? Один так считаю. Значит, вот какой-то, да? Так, поговори с Стурджесом. Его нужно подключить. Ах ты ж маленький засранец. Это тебе не надо, да? Ну ладно, давайте тогда построим пока и здесь. Мне не нравится, но место какое-то не очень.
что-то неопределенность. Ладно, давайте поставим ее, наверное, где-то. Сюда пока. Дальше посмотрим. Где там этот Стурджес? Джигур Стурджес. Где он? Тут. Что, удрал хитрый жук? Вы смотрите. Нема его. Ну, вот ты где. How's it going? Did you find a good spot to build your signal interceptor? Yeah. Yeah. Ready to build the rest of it. Good. I think I got it. Я вроде бы разобрался с этим чертежом, по крайней мере, мне так кажется, а там уже посмотрим. Until we actually try to build it. Here's a list of three things. Вот три компонента, найти которые будет сложнее всего. Все остальное я смогу найти сам. Встретимся на месте сборки и посмотрим, получится ли у нас запустить эту штуку. Thanks, Sturgis. I'll get right on this. Good deal. One thing to keep in mind while you're building this, it all needs to be wired together so all the pieces can talk to each other. I'll see you over at the building site. Good luck. Так, что нам нужно построить? Давай, рассказывай. Раздобыть сенсорный модуль на одной из коммуникационных станций. Построить антенну-ретранслятор. Построить консоль. Построить излучатель. Ну, сейчас сделаем. Ёпта, в чем проблема? Так, антенна-излучатель есть. Консоль. Давайте консоль поставим куда-нибудь более в уютном месте. Вот здесь, например, нет? О, вот здесь отличное место. Как вам такая идея? Да, пожалуй. Очень даже уютненько. Так, теперь давайте поценим его во всей системе. Ладно, все-таки эту штуку мы заберем. Она выглядит как дерьмо собачье. Не могу не согласиться. Прикольно. Над платформой нужно установить. Ага, вот почему эта хрень не ставится. Потому что ей будет мешать. Ну тогда поставим платформу. Где-нибудь. На самом деле тяжелый выбор, потому что... Я хочу, чтобы оно выглядело прикольно, а не как говно собачье. Поэтому имеет некий минус. Ладно, давайте здесь поставим. Вот так вот. Слушайте, отлично. Отлично. Эту штуку... Не понял. Ну, ведь зачем? Как? Почему? Что за несправедливость? Джигурда мне в шоколадный глаз. Ничего себе штукенца, не? Энергии, не хватает энергии. Давайте ёбнем энергии. Побольше до энергии. Ставим еще один супер-мега большой двигатель. Так уже места просто нет, но нужно больше двигателей. Нужно больше двигателей. Куда тебя поставить? И все равно не хватает. Да ты шутишь? Ты серьезно?
Все, теперь всего хватает. Слава богу. Так. Что, выглядит она прикольно. Ну что ж, все, мы вроде бы построили, да? Информация. Слушайте, мне что-то мы забыли построить. А, я вижу, я вспомнил. Я вспомнил все. Опять энергии не хватает. Да что ты... Ух, я спокойный. Я вообще такой человек уравновешенный. Мне не сложно. Все, вроде бы есть, да? Я же правильно так говорю, правильно? Есть, все. Хорошо. Значит так. Платформа-отражатель. Sturgis. Hey. Ну, ну, все же построил, твою мать. Это разве не излучатель? Я что-то... Это... Немножко охреневаю. Ёпта, ну сколько можно? И что теперь мне делать? Да ты серьезно? Серьезно? Туда теперь идти?
Убейте меня, пожалуйста, кто-нибудь. Хорошо, мы здесь. И я притворюсь, что я ни капельки не жалею. Я спокойный. Я такой спокоен, я просто очень-очень спокоен. Ладно, боюсь устроить саму. Тогда пауза. Не спрашивайте, как я это сделал. Но это сделал. Оно работает. Два больших генератора. Все радостные, все счастливы. Этот провод лучше бы поменять вот так вот сейчас. Ну что, everything in place, we'll have to hook it all up to the same power grid. Sturgis. Everything looks good on my end. You ready to see if this thing actually works? Да нет, я просто так пришел сюда. Let's do this. You sure? Okay. Your part is simple. Just step onto the platform. I'll start scanning for an institute signal to lock onto. Then I fire her up and we see what happens. Getting cold feet? I don't blame you. Okay, hold real still. I don't want any corruption of the molecular beam. Oh yeah, by the way, I figured this was a golden opportunity to find out as much as we can about the Institute and what they're up to. Yeah, this holotape's all set with a program that will scan their network and download anything it finds. Yeah, we better hurry. And don't worry about that tubing wiggling around. It's, just there for decoration. Okay. Scanning for the Institute signal. Tracking RF. And got it. Hold on to your butt. Интересно, а если тот, кто пытался передвинуться, жена окажется на месте, где я стоял? Так. Я сейчас узнал, как хорошо, что я в броне. Ну что ж, я думаю, это будет уже следующая серия. Как вам такая идея? Ну что ж, спасибо, что смотрели. С вами был Вакот. Да-да-да, я ублюдок. Всем удачи. Адиос.